Смотри, смотри, как он хавает мясо. Блин, давай убьем его. Так, все, ладно, пойдем, нам надо к этому. А давай посмотрю, может у меня... Блин, у меня экзотические фрукты есть. Там сколько нужно было? Нужно было 2 экзотических фрукта. Ой, 3. Еще один, если найдем, то мы сможем... Обезьян. Вот здесь, кстати, лекарственное растение возьми. Да я, блин, у меня места нет. Окей, тогда я возьму. Совмести с кожей. Все, пойдем. Че, лекарственное растение? Да, с кожей. Шкура животного совместить. С кожей или со шкурой животного? А, полоска кожи, да? Нет, кусок, смотри. Кусок ткани есть у тебя? Нет, нету. У тебя есть? На 24. Дай мне. Блин, а как можно подлетануть как? Фиг знает. Ну дай пока я тебе отдам остатки. Нет, подожди, есть у меня кусок ткани. Он по одному дает. Да мне бесит, как он это делает. Все, на. Отдал? Зачем туда спустился? Зачем? Вот что? Что от тебя туда повело? Ты. Пойдем быстро, уходим отсюда, иначе он станет зомби и, может быть, уничтожит нас потом. А подожди, нам вообще не сюда. Смотри, там какая-то хрень. Вот это? Угу, растение какое-то. Ладно, пойдем. Пока, Эндрю. Удачи тебе. В следующий раз придем, тебя завалим. Угу. Скорее всего, да, так и будет. Какие-нибудь задания такое, типа, завалите, Эндрю. Еще один экзотический фрукт, и можно будет отдать его обезьянке и посмотреть, что будет. Слышишь? У тебя есть экзотический фрукт? Нет. Стой. Лекарственное растение. Стой. О, еще один. Бей, мочи. Я без крови. Ага. Как мы все. Попей водички. Да, так, сейчас попьем. И нужно набрать будет бутылку. Черт. Пари. Фух, все, вроде попил. Отдохнуть нужно. Пойдем. Тут еще жирное. А, черт. Тут белый цветок нужен. Где? Вон. О, блин, инвентарь полон. Ё-моё. А вот, смотри, фрукт. Шикарно. Все, пойдем к обезьяне. Или подожди, или это на другом острове обезьяна? Да, скорее всего, на другом. Пойдем. Куда? Туда. Так, быстрее. Быстро. Оу! 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 Что это за хрен? Что это за хрен? Охренеть можно! С него что-то особое красное растение. Вывалилось? Да. Это чё за хрень? Охренеть. Охренеть. Я думал, на этом острове цветочки. Ага. Совсем уж цветочки. Что, охренеть. Дали, кто убил? Кому дали навык? Да не знаю я. Да нет, наверное. Пофиг, пойдем. Все, идем. Где он? А, он уже в лодке. Давай к обезьянке подойдем, посмотрим, что она хочет. Все-таки. Эй, мартышка. Привет. Водички. О, сокровище.
Большая сумка для Кока, чтобы уносить сокровища. Большая сумка из кожи зверей. Найти звериную шкуру и сделать сумку для Кока. Пошел ты в жопу, Кока. Подожди, у меня же есть звериная кожа. Да, совместить. Я только с мачете могу совместить. Все. Ты принес стартер? Супер, ставим его на лодку и сваливаем. На полпути домой, да? Мне кажется, он нас сейчас кинет. Мне тоже так кажется почему-то. Есть план, Амиго, готов? Цель — починить лодку с помощью стартера и покинуть остров. Готовься его замочить. Да, если что. Да он, блин, он старикан. А, у меня стартер. У тебя нет, дай его. Все, чиню, я чиню лодку. На остров Ласанада. Все, погнали. Остров Ласанада. Там же самолет, да, по-моему, он говорил, был на том острове. Смотри. Ну, вообще другой остров. Открыто достижение. Исследователь 2. Оу май годи. Охренеть. Тут вообще прям такой причал, пристань. Подожди, я что-то хочу взять. Защита ног. О, можно теперь создавать. Шлем бешеный топир. Топир. Да, шлем бешеный топир. С этой штукой можно смело идти в бой. Уровень защиты высокий. Вау. Значит, здесь топиры обитают. Сечешь, о чем я? Ты сейчас так... Подожди, тут еще что-то есть. Что за музыка? Покрышки. Самолет! Где? Оу, бэйби, it's airplane! Это наш самолет, аллилуйя, спасение близко. Я знаю, все немного не так, но я сделаю свою работу. Миссия выполнена, отлично. А что нам делать? Возьми канистру. Где? А, подожди, у него... Можно ее взять? Да. Да, видимо, нужно будет наполнить сейчас топливо. Давай я залью в бак горючее. Вы дерьмо, серьезно? У нас новая проблема, Амиго. У нас нет аккумулятора и кабелей. Кто мог догадаться взять их? Какой там смысл? Достань аккумулятор. Может быть, он в какой-нибудь хижине. На востоке острова есть парочка хижин. Извини, что вешают на тебя, но ты всегда выручишь. Осторожно, в той части острова толпы монстров. Вау! Вау! Мне кажется... Сань, мне кажется, чтобы пройти игру, как раз-таки вот нужно здесь просто самолет этот починить, да? И все. Она просто рассчитана, наверное, на то, что будем исследовать, вот так вот ходить, все такое. Как бы, мне кажется, это самая основная цель — это чинить самолет. Так. Грибной винт. Розинган. Дочка Жу. Солдатский шлем какой. What the fuck? Это хэт-крабы! Хэт-крабы! Слава богу, они легко убивают. Ковакс Рулс. Ковакс Рулс. Chapter 10. Fishing. Any good fisherman. А вот, кстати. На рассвете. И когда заходит солнце. У меня же есть удочка. Сечешь? Да. Все, погнали. Грибы. Грибы. Можно собрать? Да. Что-нибудь из них можно сделать? У них штырь. Охренеть. Это какой-то военный остров. Походу, только по головам. Блин, этот черт меня за ногу укусил. Я тоже хочу щит. Блин, вообще, можно было подобрать? Ну, можно. Можно! Можно! О май год! Подожди, на Е нужно что-нибудь выкинуть. Гриб. Нахрен нужен гриб вообще? Зачем нужен гриб? На, я тебе его отдам. Ха! Опа! Двуконечный бутаранг. Ага. Бутаранг? Почему бутаранг? А у тебя трехконечный, да? Я тоже хочу, кстати, бумеранг. Сейчас, подожди.
Ты сможешь сделать себе еще один? Подожди, можно сейчас... Опа, смотри на меня, смотри. Ты готов? О май гад! Я динозавр! Смотри. Саня, посмотри внимательно на этих хэдкрабов. Внимательно посмотри. Это голова! Да. Это голова! Охренеть можно. Ух ты, пойдем. Я могу с вилами совместить этот чё? Бронежилет. Ну-ка попробуй, что будет? Что будет, что будет? Блин, получился какой-то рецепт. Подожди, вообще, зачем мне лук нужен? Зачем? Вот скажи, зачем? Я выкидываю его. Или подожди, вот, лучше разберу его. Совместить. Нет. Что можно будет сделать еще? Есть канистр, кстати, канистру можно совместить и... Да нет костей. Костей? А. Нет, нету. Зачем вот? Зачем ты отдал мне грибы? Их нужно выбрасывать, Сань. Выбросить. Короче, я выкидываю 40 шлемов, окей? Угу. Палку тоже я выкину. Или стоп, подожди-ка. Совместить. А, стрелы получились. Не-не-не. Выбросить. Что еще? Кожаные какие-то хрени. Перышко выбросить. Все, остальное все оставлю. Все, погнали. Избавились. Во, кстати! Закат, Сань! Это значит время рыбачить. Тихо-тихо. Все, я рыбачу. Не ходи по воде, распугаешь рыбу. Защищай меня лучше, защищай. Черт, ничего не поймал. Давай. Рыбач. Ну, солнце уже зашло, правда. Нет, наверное, уже слишком. Да, слишком поздно. Давай на рассвете тогда. А мы там уже слушаем. Так, куда нам надо? А, нам нужно на другой конец острова, да? Сейчас, подожди, я поставлю отслеживать эту метку. Цели, вот, Реймонд, следить. Ну, покрышка. Может, можно дать? Не сей, но... Зачем? Почему тебя так на покрышке-то тянет в последнее время? Чтобы я тоже... О, перебил. Смотри! Какая-то плита майя! Сечешь? Может, это календарь майя? Я себе сделал тоже сапоги, как ты в прошлый раз. Так я же не сделал сапоги из них. Я просто их разрезал по крышке. На ленточке резиновые. Ой, есть. Теперь можно, по-моему, сделать. Оу! Что такое? Меня напали. О, тут тоже кость. Стой, подожди. Блин, забрал кость, я ее не взял. А, ты хотел ее взять? Ну ладно, сейчас отдам. Я дам тебе ее. Это пока не надо, у меня некуда, давай. Ладно, подожди, совместить. О, я могу совместить ее с мачете. Не надо, ты все равно не пользуешься. Мачете? Нет. Ну я хочу себе какое-нибудь оружие. Мне надоело уже. Ты слышишь этот писк? Да. Похоже, знаешь, когда кто-то теряется... О, смотри! А, мы тут были. Давай я тебя... Так, нам туда, Сань. Вон, откуда они пришли. Ты можешь мне кость скинуть? Да, иди сюда. Нет, подожди. Ты не отдал тебе? Нет. Подожди, я тебе патроны сейчас отдам. Давай. Все? Нет. Все патроны, которые есть, кидай. Все, давай, кидай мне. Все, на. Нам сюда. О, тут болото какое-то. Сзади. Ну, давай, хватит там совмещать. Блин, все равно не могу совместить. Окей, ладно, пойдем. Все, пойдем. Вот именно. Не отвлекайся. Чтобы выжить, не нужно отвлекаться. Оу! Что эти люди? Черт, они прыгают, это всюду! Твари, ублюдки, ненавижу вас! Давай, фигач, просто фигач! Вдвоем его убили. Смотри, у него вообще шлем, ему пофиг, вообще насрать на все.
мочи тех, кто там. Ну, у меня палка сама берется, я не понимаю. Все спокойно, ждем. Да блин, убивай, пожалуйста, с той стороны, кто приходит. Я с этих, а ты... Я с этой стороны, ты с той стороны. Кто орёт там? Так, я нашел, по-моему, еще один бронежилет. Надо, надо что-то совместить, попробовать его с чем-нибудь. Нет, ладно, выброшу. Все, пойдем. Нам сюда, направо. Только будь осторожен, блин, эти болота, они мне не нравятся. Какая-нибудь червяки какие-нибудь. Ага, какие-нибудь, блин, зомби. Зомбики. Червяки и зомби, сейчас. Смотри, это, как, это вообще какой-то. Вижу, вижу, вижу. Все, давай. Мои нижние, твои верхние. Блин, а сейчас сзади. Блин, еще туман. Просто спина к спине. Просто спиной к спине. Мы пройдем эту хрень. О, где что-то? Отлично. Все, пойдем, пойдем нам. Так, да, нам туда. Слышишь, это... Это не птица, такое чувство, что не, птич, не птица, а маячок. Когда там пожарный или кто-нибудь еще кого-то теряет, у них маячок такой срабатывает. Типа сигнал SOS сейчас? Да, смотри, мы хотим спать. Угу. Может, тут сейф-зона есть? Ну, кстати, наверх можно подняться. А нам наверх и надо. Туда-туда. Тут вообще это... Ё-моё... О! Covax Rules. Covax Rules. Чё? Пира? What the? Охренеть. Вот и все. Лоль. Лоль. Если вода бурлит, то значит там пиранья. Осторожно. Сейчас? Сечу. Мочи. По очереди они все так выстроились. Все, пойдем. Чё? О, мы можем тут уничтожить это. Тут можем пройти. Иди сюда. Где? А, кстати, да. Только осторожно, осторожно. Пистолет, пулемет! Смотри, что для него нужно. Пистолет, огнетушитель, какая-то палка, детали и пуля. Так это просто пистолет. Ну, ещё... Подожди, подожди, что-то нужно сделать. Может, у меня есть какие-то детали? Возьму. Сейчас возьму. Во, совместить. О, нет, нет, это патроны. Это просто патроны. То есть я тоже бронежилет это одену, я его сейчас разберу. На, давайте патроны отдам. Вообще патроны всегда, давай мне, да и все. Что-то ты все равно с бумерангом, ты, блин, амазонка. Или Зена Королева Воинов. Вон, видишь, вода бурлит. Слева, Сань. Саня. Да-да-да, сейчас я тебе могу кое-что дать. На. Хотя зачем тебе это? Чё? Недоделанный топор, я выброшу. А подожди, нет, я не выброшу, а разберу его. Куски кремния. Палку выброшу, а? Куски... Блин, зачем? Сори. Я тебе дал костяную пластину. Угу. Все, погнали. Кстати, светает. Блин, сейчас бы порыбачить. Вообще, этот остров, вот, ну, где мы сейчас, он напоминает, как этот. Какие-то раскопки, знаешь, вели здесь. Угу. Как будто не жили, а чисто. Да-да, да, ну блин, ну. Может, пиранью поймаем? Ну-ка, иди сюда. Пиранья. Нет, нельзя здесь, здесь нельзя. Рыбачить. Нам надо спать быстрее. Да мы уже несколько дней не спали. Жирного, жирного, жирного. А, рука аж чешется, рука, черт возьми, уже. А,
Камонтл. Смотри, там что-то. Нет, нет, там чуть ниже. Тут кто-то должен быть сейчас, какой-то человек. Какой-то выживший. Я поджигаю костер. А да, еще этот чел говорил в хижинах проверять все. О, катушка. Ёпта, сколько там народу. Ой, еще кость. Новый уровень у меня. Шикарно. О, смотри вниз. Жирный, 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 жирный. Хорош. Готовлюсь, я могу что-то приготовить. Попробуй. Что у тебя выбрано? Паскуда тварь. Ничего. Я прикрою, давай, готовь. Я прикрою. Наверное, грибы? Нет. Ладно, все, пойдем, 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 пойдем. Иди сюда, иди сюда. Мы уже близко. Секу, секу, секу. Да блин, а когда они рестуются? Нам вон туда надо, Сань. Вон туда. Черт, это значит, нам нужно с другой стороны как-то зайти или типа того. Пойдем искать. Искать входные пути. Погнали. Что? А во-во-во-во-во, вниз, вниз, вниз. Что-то надо, вниз. Что-то можно взять какую-то деталь. Где? Ну, не патроны, а другую. Где-то здесь? А, да. Тут палка есть. Ну ладно. Может, это было... О, смотри, чувак застрял. Угу. Ну-ка, расфигачь это. Все. Ай! Все, все, нам сюда, направо. Не, не, не прыгай, главное, не прыгай. Блин, там. Все. Не сейчас, Сань. Окей? Не сейчас. А-а-а! Я тебя спас. Я твой личный Иисус Христос. Оу! Оу! Здорово! Кэрол! О, на Киру Найтли похоже. Она с дочкой, когда мы застряли здесь вчера. Я потеряла ее, пока убегала. Я нашла укрытие. Но что стало с моей девочкой? Приведи ее ко мне и бери все, что хочешь. Скорее всего, здесь этот аккумулятор и все на свете, да? Да. Что нам нужно для... А помнишь девка, которая кричала «помогите»? Да, но она же на другом острове была. На острове Ковака. Найди Эмили. Давай отслеживай. А, нет, нет, она на этом острове, эта девочка. Угу. Смотри на карту. Все, погнали, не будем терять времени. Давай, может, спрыгнем туда сюда. Ну давай. Чего уж там. О! Ручка от гарпуна. О, кстати, хорошо. Ты гарпун, скорее всего, сможешь сделать скоро. Пойдем, сюда, сюда. Ну хватит, ну потом, Сань, потом. Давай будем выделять определенное время для того, чтобы что-то крафтить. Чтобы один другого так не ждал. У тебя есть свободное место? У меня два места всего свободно. Я тебе могу просто кое-что отдать. Че? Недоделанное, да. Вот это. А что такое? Я бумеранг сделал, охренеть. Если у тебя нет свободного места. Я сделал двухконечный бумеранг с лезвиями. Нет. Слышишь? Дай мне его. Да! С лезвиями. Ну-ка, давай, на. Попробуй. Я сделал двухконечный бумеранг с лезвиями. Сделал. Если найдешь еще одну кость и кремний, скорее всего, третья можно. Ну, трехконечный с лезвиями. Ты мне его отдашь? Да-да-да. На. Подожди, на тебе вот это. Че? А вдруг он плохой? За хрень. Чё? Не отдаёшь. У тебя нет свободного места? У меня есть место. Не отдаётся, блин. О, смотри, я сделал что-то. Я сделал какие-то три шестеренки. Зубчатая передача. Исправная зубчатая передача для ремонта О май гоуд. Это значит, нужно было. Все, идем. Смотри, какой он бумеранг, охренеть. Все на нуле. Бумеранг вообще жесткий. Корень гуараны. Ну-ка, совместить можно. О, можно совместить. Оу. Я нашел корень гуараны, но я его что-то совместил с бутылкой воды.
Недоделанная газировка. Оу! Можно делать газировку из подручных средств. Идем. Офигеть. Такое чувство, будто залезть можно. Мне кажется, у нас много чего есть друг у друга, что можно сделать. Но мы не знаем об этом. Да, наверное. Ладно, пофиг, нам нужно делать задание. Пойдем. Не спать. Не спать. Я слышу. Рёв. А, окей, идем. Идем дальше. Пока. Все спокойно. Идем дальше. Это первый килыч. Ну-ка. Он так же, да, бьет, по-моему? Или нет? С одного раза? Да. Ну да, это. Да, мой тоже как бы с одного раза. В принципе, он такой же. Смотри за пираньями. Мы тут были, а здесь нет пираньи. Блин, жилет валяется. Нам нужно. О, смотри. Стоп. Сука. О, рецепт валяется, видишь? Угу, ну нам нужно как-то туда залезть. Все, нам сюда, сюда, все. А, и нужно просто сейчас как-то по другому пути пойти, чтобы обойти остров. Краб, краб! Я убил. О, еще. Они из земли вылазят, охренеть. Ублюдки. Подожди, ты что там делаешь? Пустую бутылку. Ну, да, да. Вот я шина. Сейчас тебе патроны еще, да? Покрышка здесь есть. Покрышка. Возьми эту покрышку, парнишка. О, экзотический фрукт. Что? Да блин. Что патронов не могу тебе отдать? Да выброси их, просто выброси. Зачем мне нужны патроны? У меня их 1500. У меня 2000 патронов. Выбрасывай все, что не нужно, выбрасывай просто. Окей, так быстрее. Смотри, вот покрышка тебе. О май гад, мой нетрой! Выброси все, что тебе не нужно. Лук, стрелы, нахрен! У тебя бумеранги есть. Ну, я потом могу лук создавать с взрывающимся... Да потом это, пофиг. Потом можно лук будет сделать, это все быстро делается. Сечешь? Оставь то, что тебе нужно сейчас. Блин, тебя не Ковак учит выживать, а я тебя учил выживать! Сечешь ты? Зачем ты мне стрелы с оперением отдал? Ты! Их нужно выкидывать! Пойдем! Да хватит стоять! Да подожди, покрышку могу совместить с топором! Совмещай, ты его просто разделишь. Нет. Покрышку разделишь. Да. Все. Что еще? Все? Сука, я сейчас убью тебя! Все, пойдем ты! Охренеть, ну и как пройти на ту часть острова? Рыбач. Сейчас не надо. Чертов манхант. Вот, давай попробуем. Нет, ничего не поймал. Все, пойдем. Так, ну а как тогда? Пойдем тогда так как-нибудь попробуем. А сюда вниз не хочешь? А там мы что, мы же оттуда пришли. Мы отсюда пришли. Отсюда никуда пойти. Нужно идти туда, где мы были. Просто там было же несколько дорог, помнишь? Мы еще спрыгнули куда-то. Не надо было прыгать. Наверное. Все, пойдем. За мной, салага. Ты идешь? Нет. Почему? Кость. Бери кость. Бумеранг. Да, бери кость, кстати, сделай третий бумеранг. Если не сможешь, отдашь его мне, я тебя сделаю, у меня кремний есть. Что, ну шарик? Или на себе. Он пират. Ой, пират. Что? Пират. Все, дай мне свой бумеранг, я взял кость, дай бумеранг. Да, блин, нет, отдай мне кость. Да просто дай мне бумеранг, у меня кремний есть. У меня кремний есть, на всякий случай. Все, молодец. А я не могу его ни с чем совместить. А, подожди, нет, все правильно, подожди, кость. Все. Совместить, вот, все. О, он сразу трехконечный бумеранг. Давай сюда. На. На, все. Откуда у нас столько жизни? Я не знаю.
Мы хотим спать и голодаем, и умираем, не нужно. А что с этим старым делать? Разобрать, да, может? Да, ну я не знаю, он, в принципе. Да выкинь его вообще. Фига он нужен. Все, пойдем. Пойдем? Или мне отдай. Он же по многу, как бы, людей может фигачить. Да, точно, отдай его мне. Спасибо. А я могу сразу сделать такой же, как у тебя. Смотри. Are you fucking... Так, все, нам не сюда, нет. Ура! Все, пойдем. Пойдем, 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 быстро, быстро. Что такое? Что ты? Ну что ты застреваешь-то? Что? Я забрал гербарий. Нет, туда нельзя. Да, гербарий. Туда нельзя, нельзя, там просто вода. Уходим. Ты что, гербарий, что ли? Все, погнали туда. Не останавливайся. С одного раза, да, фигачит вообще? Просто в хламину с одного раза. Серийный убийца у меня достижение. Я зажимаю, зажимаю. А, точно. Все, идем, идем. Да зачем ты его добил-то в стенку прям? Впечатал бедного чела. Так. Смотри, сколько у меня жизни. Че ты сделал? Компрессор. Компрессор? Ага. А вот и рецепт. Ультразелье щит. Только для Эбби. Круто. Ты Эбби? Нет, я немка. А, точно. Так. Ну-ка, сейчас подожди, зайду сюда. Черт, тут что-то есть. Черт. Железная палка! Я нашел железную палку! Черт. Как тебя угораздило? Давай, беги сюда. Я нашел железную палку. Подожди. А может вилы, может? Оу! Baby, it's triple. Нет, ничего пока не здесь не сделать. Возьму бумеранг, все, пойдем. Хотя нет, все-таки я пока пистолет возьму, да?